Так, а что там еще есть? Так-с. Блин, да что это за... Нам всем это знакомо, не правда ли? Наверняка в коллекции каждого уважающего себя дэндиса в те незабвенные времена было по нескольку подобных картриджей, которые были либо озаглавлены не бог весть как, либо с портретами совершенно левых персонажей, изображенных уже под хорошо знакомыми лейблами. И те из нас, которые фишку секли, могли преспокойно не обращать на это внимания. Но те, кто еще совсем недавно познакомился с 8-битным чудом под названием Дэнди, могли очень долго находиться в полном недоумении от того, что, играя днями напролет в того же Ниндзю Зена, и даже пройдя игру до конца, они так и не встретили этого космического трансформера, который, по заверениям издателя этого картриджа, должен был быть никто иной, как сам Зен. Да, смутное было время. Не зная того, что Дэнди пиратская консоль, и что все картриджи для нее тоже были пиратскими, на многих из которых было изображено черт знает что, очень трудно было ограждать себя от подобного левака и находить более-менее адекватно оформленные экземпляры. По этой причине большинство геймеров просто не обращали внимания на картинки и оценивали картриджи по самим записанным на них играм. И если игра была хороша, то на этикетку было попросту плевать, тем более что многие из них у нас хранились и вовсе без корпусов. На самом деле, ну подумаешь, ну налепили они на картридж Zen Intergalactic Ninja персонажа из аниме Metal Armor Dragon. Игра-то все равно про Ниндзю Зена, и она великолепна. Или, например, захотели они на картридже Утиной Истории изобразить эту хорошо уже всем знакомую симпатичную уточку. Ну подумаешь, ну не нашли они подходящее изображение Скруджа Макдака, ну с кем не бывает. Или, допустим, решили они еще... Это уже явный перебор, вы знаете. Я, конечно, понимаю, что до таких как... Что это? Что это за... Ты что, долбанулся? Да это же... Да хватит, блин, сколько их у тебя? Ну да, как видите, картриджи с отмороженными на всю голову обложками было дофига, и после всего этого я просто не могу мне рассказать вам о них. Поэтому сегодня я предлагаю вам полюбоваться, до чего однажды дорвалось укуренное пиратское воображение за всю историю существования 8-битной игровой индустрии. А сразу после я представлю вам свой собственный хит-парад самых отмороженных обложек, которые я видел на картриджах для Дэнди за всю свою жизнь.
Итак, как водится, начнем наш парад самых знаменитых, от этого наиболее непонятно оформленных пиратами игр. И в связи с этим я бы хотел вспомнить самый первый мой дедовский картридж, который я нашел в коробке с приставкой Лифа, и который однажды меня удивил, а потом внезапно разочаровал своей обложкой, а точнее тем, что именно я на ней увидел. Помимо картинок с отсутствующими на картридже играми, такими как Contra и Street Fighter, название которого мы однажды прочли как Суперфигатор, мною было замечено вот это изображение четырех, как мне тогда показалось, черепашек-ниндзя. Но присмотревшись, я понял, что что-то с ними здесь явно не так. Но поскольку игры про них на этом картридже не было тоже, я не задумывался больше, откуда взялась эта картинка. А взялась она на самом деле вот отсюда. И поиграв позже в игру, записанную на этом картридже, мои опасения подтвердились. Это действительно черепашки-ниндзя. А именно третья по счету часть Manhattan Project, и опять-таки непроходимая. И вот под таким изображением пираты штамповали первые, наиболее ранние копии с этой игрой для приставки Dendy. Как видите, от настоящих черепашек тут осталось крайне мало. Рты чем-то перевязаны, вместо повязок на глазах очки, на руках перчатки, на ногах сапоги, какие-то очень странные панцири и совершенно другое оружие всех четырех. Единственное, что осталось схожим, это цвета очков у каждого из них, судя по которым можно сделать вывод, что это Микеланджело, это Донателло, это Леонардо, ну а это Рафаэль. И примерно в таком вот весьма странном виде бойцы невидимого китайского фронта выпустили тогда еще одну игру про черепашек-ниндзя, на этот раз заглавив ее Turtle Ninja 2. Вдобавок ко всему, они сняли с них перчатки и сапоги и окончательно перепутали цвета их очков, судя по которым на этом изображении Рафаэль стал Леонардо, а Микеланджело вторым Донателло. Под этой иллюстрацией игру «Черепашки-ниндзя 2» у нас в те времена можно было увидеть практически везде, как, впрочем, и третью часть. И если сейчас задуматься над тем, по какой причине пираты решили тогда не использовать оригинальное изображение «Зеленой четверки» и полностью перерисовать обложку, не оставив им практически никакого сходства с самими черепашками-ниндзя, то тут на ум приходит только одна, наиболее адекватная и убедительная причина. Копирайты, или говоря по-нашему, авторские права. Вполне возможно, что нелегальные китайские компании попросту боялись наездов и исков со стороны Nintendo и других правообладателей, и оттого пытались замаскировать украденные у них игры, насколько это было возможно. И наверняка именно поэтому на свет и появилась тогда большая часть подобных обложек на дендерских картриджах. Сказал бы я, если бы не одно «но». Вот этот картридж был куплен в тот же самый период на одном из местных рынков. А этот в фирменном магазине Dendy. По сути, это одни и те же пиратки, привезенные к нам из Китая, и записаны на них те же самые игры. Но глядя на них, я в упор не понимаю, почему контора, выпустившая эти картриджи, не побоялась клеить на них оригинальные картинки и титульники, а та, что выпустила вот эти, побоялась и все перерисовала. И то же самое можно было бы сказать о сотне других игр. Например, про Марио. Помните, я рассказывал в одном из предыдущих выпусков про картриджи с игрой Super Mario Bros. 3? На одном пираты убрали с обложки братьев-водопроводчиков вместе с титульником, а на другом все было на месте. Так почему одни все маскировали, а другие нет? Фиг знает. Наверное, все дело было в том, что один пиратский босс говорил другому: «Все, анфак! Nintendo нас покарает, мы не можем рисовать Марио!» А тот отвечал: «Не ссы, кышкунь, таких как мы десятки, Nintendo потеряет больше денег, чем заработает, подавая в суд на каждого». И вы знаете, наверное, он был прав. Ведь известны случаи, когда Nintendo подавала иски на производителей пиратских фамиклонов, но чтобы подавала иски на производителей пиратских картриджей, такого я не слыхал. Зато представьте себе, на подобные иски не скупилась сама фирма Stipler. И в конце 1994 года она подала в суд на одно московское предприятие, которое нелегально копировало картриджи для Dendy под этой же торговой маркой. Об этом однажды напечатали в газете «Коммерсант», и заголовок дела звучал так: «Stipler против пиратских копий Dendy». Это то же самое, что сказать «Nintendo против продукции Nintendo».
Какой-то в данном случае причина недовольства было неправомерное использование именно торговой маркой Dendy, зарегистрированной Стиплером. То, что под этой маркой выпускался точно такой же пиратский контрафакт, уже никого почему-то не волновало. Но вернемся к нашему сегодняшнему гейм-параду. Я сказал гейм-параду. Говоря о самых сумасшедших пиратских обложках картриджей, конечно, нельзя не припомнить историю с бесконечными сиквелами Марио, о чем я подробно рассказывал в первом эпизоде Dendy Chronicles. Самая безумная обложка из всех, что тогда встретил, это, безусловно, вот эта. К игре MC Mario, являющейся хаком MC Fitz и она же McDonald Land. Еще немало нервов попортила пиратка доктора Марио с этой пресловутой непонятно откуда взявшейся дурой. Но помимо этого отпадного стиблеровского издания, эта игра выходила у нас еще и в таком виде, где на обложке уже появился сам доктор Марио. Только здесь он скорее больше доктор, чем Марио. Но все равно, учитывая, что картриджи пиратские, здесь связи с игрой явно гораздо больше, чем здесь, не правда ли? И да, помните восхитительный экземпляр Super Wonderful Mario, ака Super Mario 5 и он же Super Mario Bros. 2? Этот картридж у нас тоже выходил в двух вариациях, и в прошлый раз я вам показал еще достаточно адекватный экземпляр. А был еще вот такой. И ладно тут Марио в расцветке американского флага, взятый с обложки Марио Гольф. Ладно тут Микки Маус. Ладно какой-то мультяшный генерал. Коза в костюме. Ходячий качан капусты. Дракон. Но Белоснежка, блин, тут при чем? И чья это отрезанная рука у нее на талии? Ее мертвого принца или ее самой? Неужели они думали, что ее изображение проканает под принцессу Тодстул? Или может Марио ее бросил и женился на Белоснежке? Дисней был бы в восторге. Но это все только начало, потому что чего еще только не встречалось на дендистых картриджах. Вообще, судя по многим из них, рисовавшие к ним обложки китайцы, зачастую явно сами были в полном недоумении от того, что можно изобразить в той или иной игре. Возьмем, например, Тетрис. Игра великая, бесспорно. Но что можно изобразить на ее обложке, помимо падающих вниз кубиков? В изданиях игры, ориентированных на западный контингент, на этикетку помещали изображение храма Василия Блаженного, дескать, чтобы всем было понятно, откуда эта игра пришла. Но в издании на Dendy для нас самих, товарищи издатели, с чего-то решили нарисовать на фоне экрана игры летящие по небу самолеты. И каково их предназначение здесь, можно только догадываться. Конечно, можно долго строить всякие гипотезы насчет того, откуда же берутся в игре эти нескончаемые фигуры. Быть может, их сбрасывают на игроков с таких вот самолетов, или их посылает на землю бог Тетриса. Но примечательно то, что судя по низкой пикселизации, эти картинки наверняка 8-битного происхождения, так что я не удивлюсь, если их просто сперли со скриншота какой-нибудь другой дендистской игры. Но зато совершенно точно данной участи удостоилась другая 8-битная игра Adventures of Bayou Billy. Она была выпущена компанией Konami в 1988 году и являлась в своем роде прорывом, так как впервые совмещала в себе сразу несколько игровых жанров. Внешний же вид ее главного героя был откровенно слизан с небезызвестного крокодила Данди, однако никакой связи с ним игра не имела. Но пираты этого очевидно не поняли, и на картриджах, выпущенных ими для приставки Dendy, они назвали эту игру «Сэр Крокодил». Вернее, «Крокодил Сэр». Но этим они не ограничились, и чтобы название еще более максимально соответствовало игре, они налепили на обложку изображение крокодила. Но не этого, а вот этого. И теперь посмотрите на то, что у них получилось, и скажите мне, кем надо быть, чтобы глядя на эту обложку понять, что здесь записана игра «Приключения Баю Билли». Но знаете, что было еще веселее? Это когда китайцы штамповали одни и те же игры на Dendy с разными версиями обложек, которые мало того, что в корне отличались друг от друга, но что одна, что другая нифига не соответствовали игре на картридже. Взгляните сюда. Это картридж с игрой Kickmaster. И судя по этикетке, нас уверяют, что это игра про персонажа Street Fighter Кена, который жаждет сразиться с одноглазым ниндзей. Ладно, пусть так. Но у нас была еще одна версия на игровке с этой игрой, и те из вас, кто ее не видел, ни за что не догадаются, кого изобразили на ней. Да, это Маска, персонаж одноименного фильма с Джимом Керри.
Привести обе эти иллюстрации к общему знаменателю сюжета игры невозможно, пока вы не поиграете в нее. Но я в нее поиграл, и поэтому могу рассказать вам, какой там сюжет. Итак, на одно средневековое королевство напали силы зла, во главе которых стоит злая волшебница Бельзет. Они убили короля с королевой и похитили принцессу, спасать которую отправились два рыцаря – Донолан и Макрен. Но второго, к сожалению, в начале игры серьезно ранили, и в бой отправляется один Донолан. Что я могу сказать? Хорошо, что они не изобразили на этих картриджах похищенную принцессу. А то после всего этого страшно даже представить, какое еще чудовище мы отправляемся спасать. Хотя... боже мой, сколько тут всякого говна. Порой даже страшно, как со временем на все вдруг открываются глаза. Вот полюбуйтесь, они не могли даже найти нормальную картинку и рисовали обложки сами. Вот посмотрите. Крот, конечно, нарисован достаточно неплохо, чего, наверное, нельзя сказать об Урсуле. Ну, в общем, да. Ох, ё, и ты здесь. Ну, вы ведь, конечно, помните эту сволочь, да? Столь желанная, но так и не исполнившаяся мечта многих восьмибитников, превратившаяся в итоге в грандиозный поднасральник. Помимо того, что это один из самых укоренных хаков, встречающихся на Денди под громкими названиями, это также яркий пример одной из особых классификаций долбанутых пиратских обложек, которые отличаются от остальных тем, что на них, как правило, пираты писали правильное название, клеили правильные картинки, действительно относящиеся к данным играм, но какого-то срундера обязательно добавляли на обложку какую-нибудь несуразную хрень. В данном случае это Рангутан Луи из мультсериала «Чудеса на виражах» и неизвестный мне мультяшный крокодил, к тому же оба еще и с пушками. И подобных примеров было множество. Например, картридж с игрой «Последний киногерой», где за спиной Шварценеггера неожиданно выплыл Николас Кейдж. Видимо, не все пираты были согласны, что «Последний киногерой» именно Шварц. Или чего только стоит этот знаменитый в 90-х экземпляр «Джангл Бук», где на фоне джунглей с Маугли откуда-то взялся многоэтажный коттедж и... Тейлз? Ну а этот картридж с игрой «Нью-Йорк Нянглис» так вообще уникален. Мало того, что не обращая никакого внимания на главного героя игры Котавили, тут отплясывают балу с Маугли из той же «Джангл Бук», так еще и на самом картридже здесь записана просто нереально рарная версия игры «Rockin' Cats», портированная, вы не поверите откуда, с Atari 2600. Перед вами супер-эксклюзив приставки Денди. Данная версия игры про котов музыкантов была выпущена только у нас, и нигде в мире вы больше ее не найдете. Потому что только в России. Ну вы знаете. Как видите, она была портирована не откуда-нибудь, а с самой Atari 2600. Поскольку практически не имеет графики, зато имеет музыку. Вот если бы еще и музыки не было, то я бы сказал, что ее портанули вообще с Одиссея. А похоже, правда? Короче, то, что вы перед собой видите, это ярчайший пример того, на чем развивалось наше детское воображение в те веселые годы. И о чем эта игра, про кого она, зачем она, откуда она, какая разница? Главное, что от нажатия кнопки этот квадратик движется и лупит другие квадратики, что уже не уступает как минимум Пакману. А это значит, что мы будем играть, играть и играть. Итак, мы рассмотрели уже приличное количество картриджей и их сумасшедших обложек. И что же мы выяснили? Мы выяснили, что корень зла, породивший на свет всю эту невообразимую лабуду, находился где-то в Восточной Азии. И этот неутомимый злой узкоглазый гений нещадно заставил работать огромную пиратскую машину, которая ежедневно, ежечасно штамповала ему все новые и новые картриджи, рисовала к ним картинки, клеила на них и пускала в долгое отчаянное путешествие, покоряя все новые и новые территории и порабощая беззащитную умы юного поколения своими не поддающимися никакому здравому смыслу, ебаная на всю голову обложками.
Но так было не всегда, вы знаете. Иногда эта китайская махина просто не справлялась с огромным потоком своей же штамповки. И из-за экономии не то времени, не то рабочих рук, она отправляла в магазины вот такие совершенно голые картриджи и уже потом присылала отпечатанные к ним этикетки, чтобы продавцы прямо на месте сопоставляли их с нужными играми и клеили куда надо. Такой метод применялся не везде и не часто, но наверняка именно он в большинстве случаев являлся причиной того, что вы однажды, купив картридж с игрой Tiny Toon, приносили его домой и находили на нем Double Dragon 3. Но суть здесь даже не в этом, а в том, что если бы вы были тем самым продавцом, которому приносят гору этих веток, и он находит среди них такие экземпляры, как Psybuster, Bomber King или Капитан Маджит, на картридже с какими играми вы бы их наклеили? Если вы бы еще могли позволить себе наклеить этикетку Снукера на сайдпокет, а NHL 97 на обычный Стик Хантер, то куда бы вы, скажите на милость, налепили вот это? На Battletoads или на Super Mario? Вы представляете, под каким приходом надо сидеть, чтобы такое выдать? Ну посмотрите, многоэтажный дом, две летающие тарелки, одна из которых похожа на голову киборга Чиполлино, два персонажа из мультфильма вестерна «Американский хвост 2» и вот это вот чудо. Лягушка-мутант в полосатых трусах и очках, но явно с человеческими ушами. И заголовок «Жабы Марио». Вы представляете увидеть такое на обложке картриджа в детстве? К сожалению или к счастью, но до нас в таком виде дожила только этикетка, и мы не знаем, что за игра была на том картридже, для которого она предназначалась. Но я думаю, что если бы на нем были Battletoads, хакнутым логотипом под Марио, она бы несомненно заняла одно из первых мест в нашем хит-параде. Но знаете что? Не только на обложках картриджей пираты умели отмораживаться насчет иллюстраций к видеоиграм. Не менее успешно они это делали на страницах различных книг с паролями и секретами для игр на Денди. И... Нет, убери. На этот раз у меня есть книжка покруче. Она настолько пиратская, что на ней даже обложки нет. Так вот, полистав ее, можно встретить много различных рисунков, среди которых есть те, которые хоть и весьма странно нарисованы, но все же соответствуют играм, но есть и те, от которых просто забываешь, как тебя нафиг зовут. Например, как вам такой персонаж игры «Один дома 2»? Или как вам нравится подобный Джеки Чан? Или Скалолаз? Или Куни-Окун? Всем известные черепашки-ниндзя тут тоже есть, и если эта картинка еще ничего, то это... Да. Робоком с Терминатором тут тоже отметились. Робоком, например, выглядит просто переполненным гордостью за то, что он так охранительно нарисован, а Терминатора мне тут прямо жалко стало. Ясное дело, ведь его запихнули в описание к игре Power Blade 2. Но за некоторые вещи пиратам надо просто ставить памятник. Вот умеют они все понимать буквально, особенно своих коллег по цеху. И те из вас, кто смотрел 5-й выпуск «Хроник Дэнди», знайте, эта картинка посвящается вам.